название, короткое и хлесткое, как выстрел, известно каждому. Он стал визитной карточкой эпохи, такой же противоречивой, как и сам этот пистолет. Легендарный ТТ в фильме «Оружие». Пистолет – это личное оружие нападения и защиты, которое предназначено для поражения противника на близком расстоянии – 50-70 метров. Некоторые образцы пистолетов, снабженные прикладом, как, например, Маузер образца 1896 года, позволяют вести эффективный огонь на дистанции 200-300 метров. От револьверов пистолеты отличаются системой питания. Вместо вращающегося барабана в них используется коробчатый магазин. Перезаряжание пистолета производится автоматически за счет энергии пороховых газов. На вооружение армии европейских государств первые самозарядные пистолеты поступили в начале 20 века. В кайзеровской Германии это был парабеллум Борхарта Люгера П-08, в США – кольт образца 1911 года. Основные конструктивные решения, используемые в современных пистолетах, появились на свет более 100 лет назад. Разработанные в то время модели «Парабеллум», «Кольт» армейского образца с небольшими косметическими изменениями выпускаются до сих пор. Ими вооружены армейские части и специальное подразделение десятков стран мира. В Российской империи еще до начала Первой мировой войны поднимался вопрос о переоснащении армии. Револьвер «Наган», который стоял на вооружении, к этому времени успел морально устареть. Он отличался хорошими боевыми качествами, надежностью, постоянной готовностью к бою, но обладал общими недостатками, характерными для этого вида оружия. Был неудобен в обращении, для производства выстрела требовал сильного и длительного нажатия на спусковой крючок, снаряжение барабана патронами производилось медленно и неудобно. Однако военное ведомство решило ничего не менять. «Наган» был хорошо знаком солдатам и офицерам. Его производство отлажено, стоимость невысока. Что касается пистолетов, их преимущества перед револьверами до конца еще не выявились. Из-за неотработанности конструкций они были недостаточно безопасны в обращении. Бывали случаи непроизвольной стрельбы. Пистолеты разрабатывались под специальные патроны, которые пришлось бы закупать за границей, либо налаживать их собственный выпуск, а это требовало огромных финансовых затрат. По всем этим причинам перевооружение армии пистолетами пришлось проводить уже при новой советской власти. К работам над самозарядными пистолетами в СССР приступили в 20-х годах прошлого века. Командирский состав Красной Армии нуждался в легком и надежном личном оружии. За границей к этому времени уже имелись образцы пистолетов с высокими характеристиками, что не осталось без внимания советского военного руководства. Одним из самых популярных зарубежных образцов тогда был знаменитый «Маузер». В Красной Армии по достоинству оценили его мощный патрон. Собственную модель было решено создавать именно под этот боеприпас. Разработкой стрелкового оружия занимались различные конструкторские бюро. Они вступили в соревнования за право принятия на вооружение Красной Армии и внедрения в массовое производство своих моделей самозарядного и автоматического личного оружия. Помимо отечественных конструкций, в нем приняли участие пистолеты, разработанные известными европейскими фирмами «Вальтер», «Браунинг», «Парабеллум». По итогам испытаний, военные эксперты пришли к заключению, что наиболее перспективным является пистолет, разработанный Федором Токаревым. Токарев Федор Васильевич –
конструктор стрелкового оружия, герой социалистического труда, доктор технических наук. Годы жизни 1871-1968. Из донских казаков. Окончил казачье юнкерское училище. В годы Первой мировой войны служил в действующей армии. Затем работал на Сестрорецком и Тульском оружейных заводах. Автор конструкции автоматической винтовки, ручного пулемета, пистолета-пулемета, самозарядной винтовки, самозарядного пистолета. В итоговых выводах комиссии было дано следующее заключение. Пистолет Токарева оказался лучшим из всех отечественных образцов и превосходящим иностранные образцы. Комиссия нашла его подходящим для принятия на вооружение при выполнении таких условий, как повышение меткости, улучшение прицельных приспособлений, увеличение безопасности, облегчение спуска. Пистолет Токарева уже на 75% удовлетворяет этим требованиям, и больших затруднений выполнения дополнительных требований вызвать не должно. На устранение замечаний конструктору потребовалось лишь несколько месяцев. 7 января 1931 года прошли испытания новых образцов стрелкового вооружения в присутствии Климента Ворошилова, Михаила Тухачевского, Иеронима Убаревича и других руководителей Красной Армии. В результате было принято решение о производстве 1000 экземпляров пистолета для войсковых испытаний. Так началась долгая жизнь оружия, которое хорошо известно под названием ТТ – Тульский Токарев. Но первоначально фамилию конструктора нигде не упоминали. Официально оружие именовалось самозарядным пистолетом образца 1930 года. Массовое производство пистолета началось в Туле в 1933 году, после того, как в его конструкцию были внесены некоторые изменения и упрощения. Красная армия получила действительно современный, очень мощный и в то же время надежный образец личного краткоствольного оружия. Первоначально им вооружались офицеры и генералы технических войск, летчики, танкисты, а также сотрудники НКВД. Пистолет Токарева образца 1933 года. Калибр 7,62 мм. Масса со снаряженным магазином 940 граммов. Длина 19,5 сантиметра. Емкость магазина 8 патронов. Боевая скорострельность 8 выстрелов за 10-15 секунд. В целом, пистолет, конечно, очень мощный. У нее начальная скорость пули 420 метров в секунду, то есть очень высокая кинетическая энергия у этой пули, особенно пробивная способность. Устройство его было тоже довольно-таки несложное. Для работы автоматики использовался принцип отдачи при коротком ходе ствола. До появления пистолета Токарева на вооружении Красной Армии состояли, кроме нагана и маузера, пистолеты и револьверы еще нескольких систем и калибров. Все это вносило путаницу, создавало трудности в снабжении войск боеприпасами и усложняло ремонт. С принятием на вооружение ТТ эти проблемы, по большей части, были решены. Для своего времени пистолет ТТ представлял достаточно совершенное оружие, мощное и надежное, несложное в обслуживании и ремонте. При стрельбе от 8 и выше патронов очень быстро он загрязнялся. Его нужно было разбирать, сделать неполную разборку, чистить и продолжать стрельбу. Вот это был основным его недостатком. Ну и пистолет не из легких, то есть тяжесть его... Судьба токаревского пистолета не была безоблачной. В течение многих лет, в силу разных причин, он не мог вытеснить револьвер-наган образца 1895 года. Его производство то падало, то возрастало вновь. И лишь в годы Великой Отечественной войны ТТ получил окончательное признание. Он стал личным оружием всего офицерского и генеральского состава Красной Армии. Производство пистолетов ТТ было налажено в Туле, на Тульском оружейном заводе, и до начала
вот Великой Отечественной войны, до эвакуации, там, в общем-то, оно продолжалось весьма активно. Большое количество их это оружие делалось. Впоследствии, когда, так сказать, немцы подошли близко к Туле, то оборудование было в значительной степени эвакуировано и отправлено в Ижевск. После разгрома немцев под Москвой производство ТТ в Туле было восстановлено. В послевоенный период пистолет Токарева стал выпускать также Ковровский оружейный завод. В начале 50-х годов ТТ был снят с вооружения советской армии. Его производство в Советском Союзе прекратили. За два десятилетия было выпущено более 1 миллиона 700 тысяч Токаревых. По сей день пистолет остается любимым оружием террориста. Ни один пистолет мира практически по своим параметрам не может сравниться с его баллистическими характеристиками. Это очень большая пробивная способность пули. До сих пор используется в наше время. Им вооружены инкассаторы России, частично в нашей республике, потому что пистолет зарекомендовался с положительной стороны. В 30 странах мира этот пистолет еще долгое время официально находился на вооружении. В настоящее время серийное производство пистолета ТТ уже под собственными названиями налажено в Китае, Венгрии, Польше и республиках бывшей Югославии. В истории этого оружия еще не пришло время для написания последней страницы. ТТ состоит на вооружении армии Ирака уже более 30 лет. Множество пистолетов этой модели вывезено американскими солдатами на родину в качестве военных трофеев. В США ТТ используются для охоты на крупных животных с толстой кожей. Великая Отечественная война подтвердила высокие боевые качества пистолета ТТ. Были у него и конструктивные недостатки, которые устранить не удалось. Поэтому в первые послевоенные годы на смену ему пришел новый пистолет ПМ «Макаров» в следующем фильме «Оружие».